Здравствуйте, с вами Татьяна Чайронова. И сейчас я с вами хочу поделиться полезной мелочью одной, без которой очень трудно работать в последней версии Mozilla Firefox. Это 6-я версия вышла. На сайтов, у которых нет русскоязычного перевода. Вот, например, WordPress.org. То есть вы можете загрузить переводчик-словарь. Это надо выделять текст, туда вставлять. И переводить. Панель Google инструментов там не работает. Представляете, как это долго вы будете сидеть над каждым сервисом. Пришлось мне поискать подходящий переводчик именно полностью веб-страницы. Вот заходим на страничку Mozilla Firefox. Нажимаем на дополнение. Пишем переводчик. Ищем переводчик. Вам нужно загрузить именно вот этот вот переводчик от Александра. Google Translator. Добавляем его в Firefox. Устанавливаем. Перезапускаем Mozilla. Mozilla перезапустился. Вот мы видим наш переводчик. Переходим на сайт WordPress.org. Ну вот вам единственное, что надо здесь ввести, определитель автоматический языка. Нажимаем на этот значок. Вот требуется подключение виджета. Нажимаем ОК. Запомнить выбор ОК. Вот, пожалуйста, WordPress.org. Перевелся у нас. Теперь мы можем работать с Mozilla Firefox с новой версией, с хорошим переводчиком. Всего вам доброго, успехов, до новых встреч!